реально, за все годы, пока я имею честь вести эту программу, ляпов у нас было меньше, чем пальцев на одной руке. Вы действительно это сказали? Опустите. Невероятно. Отвратительно, что мои слова так перевели. Это ложь. Ложь и неверная интерпретация моих слов. Фантастическое нежелание идти доказывать что-либо в суде. Это вмешательство во внутреннюю политику. Отчет агента Соломон. Навальному присвоен псевдоним Freedom. Такой вот интересный аусвайс. Пока опровержений нет, но история выглядит правдоподобно. Ведь сначала милиционеров жестко провоцировали, калечили и душили газом. А наши помылки в прошлое воскресенье, схыбылы. Ляпов у нас было меньше, чем пальцев на одной руке.